снова доброе утро. Мы снова с Володей Лущиком и будем вместе с нашей замечательной бригадой юных поварят готовить очередное вкусное блюдо. Володя, что мы сегодня будем готовить? Готовим сегодня кашу манную богатырскую. Ребята, все кашу манную едят? Да. Берем пол стакана воды. В воду добавляем 2 столовые ложки сахара и немного соли. Сюда мерьте ложками столовыми. Это сахар. Сахар. По структуре посмотри. Вот вода у нас закипает. Вот кипит у нас. Да, на газу, видите, быстро готовится. Добавляем молоко. Почему добавляем молоко? Воду. Чтобы молоко у нас не пригорело. Все, получается на пол стакана воды, стакан молока. И чтобы у нас молоко не пригорело, поставим на средний огонь. Вот. Ну и снимем пробу. Какая у нас каша? Сладкая, соленая, кислая? Сладкая. Сладости достаточно, соли достаточно. Наши поварята на слово повару не верят, все проверяют на себе. Когда вердикт вынесен, Владимир добавляет сливочное масло. Даже если отвлечься и не уследить за молоком, масло не позволит строптивой жидкости убежать. Но наша будущая каша под надежным присмотром. Все, разгоняем молоко и тоненькой струйкой под пол стакана манной каши. Быстро. И за счет того, что у нас молоко горячее, манка начинает понемножечку распаривается. Видите, густеть начинает. Вот видите, у нас манка. Без единого комочка получилось. Выключаем огонь и добавляем еще сливочного масла. Накрываем почти готовую кашу крышкой и ждем 5-7 минут. Мне самому первому. Давай, самому первому. Да, не я густо. Чуть-чуть. Да? Наши помощники повара кашу манную очень любят, а если ваш ребенок к ней относится прохладно, предложите добавить в кашку варенье. Ну и записывайте рецепт.